Из Донецка в Киев отправились 6 автобусов с милиционерами. Это сотрудники патрульно-постовой службы объяснили в областном управлении милиции. Едут, чтобы сменить на посту своих коллег, которые охраняют общественный порядок в столице. С экипировкой все в порядке. Стандартный набор: щит, наручники, резиновые палки и средства для защиты тела, то бишь бронежилеты, сферы, на рукавники, на локотники и на коленники. Сколько человек уехали и когда вернутся их коллеги, правоохранители не уточнили. А в Ровно активисты Майдана пытались препятствовать выезду автобусов с милицией. Но выяснить место их дислокации им не удалось. Милиционеры стремительно избегали общения. Вони тікали, розбивалися на дрібніші групки, переховувалися таким чином, щоб збити нас з толку. Десь координувалися мобільними телефонами, це було помітно, і збиралися централізовано, але вже в точках, де ми не бачили. Объяснить поведение подчиненных милицейское начальство не смогло, но отправку 40 сотрудников патрульно-постовой службы в столицу руководитель пресс-службы подтвердила. Это обычные люди, співробітники милиции, у которых есть родины, семьи, которые нужно поменять с особым складом, который находится сейчас в Киеве. Несе охрану громадського порядку, в том числе охраняет Майдан, где находятся наши рівняни. Это обычная ротация, заверил начальник управления МВС Олег Матвійцов. Це є ротація, тобто заміна особового складу, який раніше прибув для надання допомоги Київському гарнізону міліції забезпечення правопорядку. І хочу теж повідомити, що весь особовий склад розміщений, є визначені місця відпочинку. Він забезпечується триразовим харчуванням. Необхідність в усиленому присутствии милиції в Києві, по словам господина Матвійцова, обусловлена ще й приближаючимися виборами народних депутатів в проблемних округах. Володимир Миколайчук, «События».